Сегодня утром магаданским семьям с детьми до 16 лет начали поступать обещанные президентом России Владимиром Путиным 10 тысяч рублей. Как заявили в Минтруде, при выборе дат использовали тот же подход и технический алгоритм, применявшийся при начислении первой выплаты. Накануне председатель Пенсионного фонда России Максим Топилин пообещал, что банки начнут выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 утром 1 июля. Напомним, ранее магаданские семьи также получили обещанные выплаты в июне. Принимают заявление до 30 сентября включительно. Дополнительная единовременная выплата будет назначена на каждого ребенка на основании заявлений. Если изменились реквизиты или закрыт счет в банке, нужно обратиться в ПФР для корректировки этой информации.